Так, у нас тут радио зашла в магазинчик хозяйственных товаров. Шалом Сулейман. Шалом Убрахам. А мама Шешаха по Мехерим Меот Золим, нахон? Есть на Мехерим Тувим, Скоро Тува. כל מה שיש בחנות הכל יש. אני אראה להם לראות את החנות. יש לנו מלא מוצרים של חשמל, כלי עבודה, אינסלציה. כן. דברי חשמל, אינסלציה, כלי עבודה, שכבול מפתחות, אנחנו גם עושים. Так вот говорит, что у него тут прекрасный магазин, все тут есть мед золь, нахон, очень дешевый, мехерим товим. Вы камаша не мешаха поханут? Он говорит, что 15 лет уже этому магазинчику, за мед популярен, бы нашим, арбе нашим боим, нахон. Они гара барат, шлушим шаним, они по барат, барат, шлушим шаним. Кен, а за как нере посмотрим, какие у него тут есть. Посмотрите, тут есть лампочки. Лампочки, и тут есть вот такие удлинители. Кому Исрим Шекеля. А коли мы херим, кто вим нахон? Все цены написаны. Так, что еще тут посмотрим? Это, кстати, хотел сказать, что в хом-центре та же есть продукция, но в хом-центре очень дорогие цены, и поэтому если вы хотите что-то купить дешевле, то можно тут вот купить всякие вещи для хозяйства, вот отверточки, гвоздики. Так, что тут еще есть? Так, и тоже бытовая химия. Бытовая химия тоже есть. Вот и по 25 шекелей. Что-то есть дороже, что-то дешевле. Так. Вот. Всегда хозяин вам. И там посмотрим из посуды, что есть. Так, из посуды вот такие есть. И тарелочки тоже. Так. Такие стаканчики. Прекрасные. Так. Вот это вот для раковины. Тоже мне нужно купить. Я вот купила. Кстати, вот мне лампа такая нужна за 45 шекелей. Настольная. Вот в хом-центре лампа вот стоит очень дорого. Лампочки. Две за 40. Представляете, я тут одну купила с таким с маленьким штофелем за 10 шекелей. Так, такие за 18 шекелей. Ну, всякое для хозяйства, всякие вещи. Вы смотрите, какая интересная для чая штучка. Так. Это что такое 25 шекелей? Такая деревянная ложечка. Так, вот и, кстати, такие вот штучки, это для печенек. Так, он сказал, что у него 15 лет этому магазинчику уже. Тут, смотрите, тут есть термосы. Так, 18 шекелей для чая такая штучка. Ну, вот всякие вещи для хозяйства. А, хорошо, вот тут музыка не играет. Ой, какой, посмотрите, какой набор красивый. Пепельница 26. Вот такие, декор такой красивый тут есть. Ой, какие красивые штучки для декора.
Коврики красивые. Не царем. Вчера, кстати, царем. Мат, тагид машу. За ханут ахши, за дот шельханахон. За дот шельханахон. Кен. Марказа байт арад. Кен. Эх, корим ханут, а шим ханут. Марказа байт арад. Марказа байт арад. Ханут мед яфе. Очень хороший магазинчик. Так. Ну вот все. Это мазы. זה מרכז הבית, ערד כל יש, מרכז הבית, כל יש, יש צנורות, יש כל הדברים של הבית, יש הכל. כשאנשים באים לערד, אז שתדעו. רק בחן 29, מרכז הבית ערד. נכון, מאוד יבוא, так, еще немножко я покажу, и все. אינסטלציה, כל אינסטלציה, דיקור, הכל יש. יש אינסטלציה, הכל. הכל, такой. Ханут катана, валик ханут яфе. Зеу.